«Сдай кровь, спаси жизнь». Коллектив и руководство Люберецкого городского жилищного треста приняли участие в донорской акции. Посещение станции переливания крови давно стало доброй традицией для сотрудников управляющей компании. 15 лет назад одному из сотрудников Люберецкого городского жилищного треста срочно понадобилось переливание крови. Сплоченный коллектив пришел на помощь коллеге. Поделившись кровью, работники управляющей компании спасли ему жизнь. С тех пор это стало доброй традицией. Несколько раз в год они проводят донорские акции. На днях станцию переливания крови посетили порядка 50 сотрудников ЛГЖТ. Генеральный директор Мамед Азизов всегда поддерживает коллег в этом благородном деле. Это же нужно. Нужно людям, нужно нашим гражданам, но разве это плохо? Это же, может, не высокие слова, это же спасение людей. Ну, а призыв один, ну, всегда надо делать добрые дела, хорошие дела. По словам медицинского персонала, кроме Люберецкого городского жилищного треста, активными донорами являются сотрудники предприятия «Звезда». Как отмечают специалисты, таких неравнодушных людей на сегодняшний день, к сожалению, мало. В частности, дефицит доноров возникает в регионе из-за противопоказаний, связанных с различными заболеваниями. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.